Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня будет обзор Линея, как получить от нее ретро-дроп. Риск-реварк положительный, значит делаем. Линея — это EVM-сеть с технологией нулевого разглашения, созданной консенсус, а консенсус привлекли 720 миллионов долларов инвестиций. Также инвесторы там Coinbase, Ventures, Electric Capital, Animoca Brands и многие другие. Какие и затраты на Линею? Это 20-30 долларов, может даже и больше. Затраты времени от 10 минут, и ожидаемые награды — это ретро-дроп от Линея. Так, теперь что мы делаем? Мы переводим эфиры через официальный мост из основной сети Ethereum. Как всегда, ждем низкой цены газа. Использование моста несколько раз с перерывами важнее суммы, которую вы переводите через мост. Также можно воспользоваться обратным выводом эфира в L1. Также совершаем депозиты с помощью неофициальных мостов, например, Orbiter Finance, Layer Swap. И у этих проектов, кстати, нет токена, так что тоже сможем получить за них ретро-дроп. Участвуем в мелких активностях, периодически взаимодействуя с проектами из экосистемы, набивая себе уникальные дни, недели, месяцы. Торгуем на SyncSwap, OpenOcean, Horizon DEX, MES Protocol. Также можно добавить немного ликвидности на SyncSwap и Horizon DEX. Я лично добавлял ликвидность совсем немного на SyncSwap, и выводил ее там буквально через день-два, просто так захотел. Также продаем NFT на Element Market или Zonic. Для качественных аккаунтов лишним не будет иметь Gitcoin паспорт и поучаствовать в нескольких Gitcoin донатах. Консенсус и Gitcoin сотрудничают вместе с 2017 года. В тестнете Линея обладатели Gitcoin паспорта смогли получить более редкие NFT за выполнение квестов в тестнете. Хоть и предсказывать какие-то критерии для дропа в данный момент сложно. Также что еще? Смотрим дэшборды на Дюне, отслеживаем статистику, и просто нам нужно не обязательно попадать там в топ-10%, просто быть лучше большинства по основным параметрам. Делать разные аки, где-то прям хорошие, где-то такие бомж. Это вы уже сами решаете. Я лично делаю упор на качество. Вы в комментариях можете сказать, как вы делаете, какая у вас стратегия, сколько аков, сколько потратили. Эту информацию я узнал в Krypton Prime. Это закрытое платное сообщество. Ссылка на покупку будет в описании. Благодаря ему вы получаете крутое комьюнити, где и подскажут новичкам, и также можно просто смотреть, спрашивать, кто что делает. Вы получаете календарь событий, где все события от ретродропов до каких-то токенсейлов с полным описанием, с объяснениями. И также можно задать любой вопрос. И это просто очень удобно, что все структурировано. Также выходят новости, всякие темки в канале Криптона. Есть чаты и по NFT, и просто чаты, и так далее. Всем спасибо за просмотр. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.